Всем привет! Меня зовут Каролина, а её Лиля. И сегодня мы снимаем кукинг на мой канал, и мы будем делать печенье. Да, и мы всё это вам покажем, как это всё делать. И вот что нам понадобится. Сахар, миска, где мы будем всё это смешивать, маргарин, мука, яйца и блендер. А вот я добавляю 2 яйца. После того, как мы сделали яйца, короче, не суть, добавляем сахар, 200 грамм. Вот. Угу. Вот мы взвешиваем яйца с сахаром. Вот до такой смеси мы должны довести. Сейчас мы взяли маргарин, и мы будем его резать кубиками. И то, возможно, это много, и у нас еще останется. Вот что у нас получилось. Сейчас мы будем добавлять эту в эту массу и миксером взбалтывать. Потом берем миксер и взбалтываем. Вот такая вот масса у нас должна получиться. И мы добавляем маленькую щепотку соли. И тоже ложкой хорошо взбалтываем. Извините, взбалтываем. Добавляем муку. Сейчас мы добавляем ванилин, чтобы она была погуще, и разрыхлитель теста. В общем, мы положили муку и вытащили нашу массу. Короче, я взяла пищевую пленку, как она называется, вроде как, и положила ее на противень. И тем временем Лиля делает как бы эти, как его, формочки. Но сейчас я тоже буду. Вот, отлично. Все. Вот так как-то все получается. Да, это как бы тесто, да, отлично. Ну, оно немножечко, ну, не по той массе получилось, нет, нормально лепится. Ну да, в принципе, мы уже несколько сделали. Я уже положила на противень. Вот. Спасибо. Пока я люблю печеньки, вон сердечко, она сходит с ума и сделала башню. Так, ха! И так, короче, вот что у нас получилось. И сейчас мы будем ставить их в духовку. Поехали. Ой, разговор. Все. Сейчас мы ставим на 15-20 минут в духовку. Вот и приготовились печенье, они получились какими-то подрумянами. И сейчас мы их украсим. Конечный этап нам понадобится как бы посыпка, но мы будем украшать и сгущенка. Вот так вот мы делаем. Мажем сгущенку, чтобы потом намазать, то есть, чтобы приклеилась вот такая вот посыпка кондитерская. И... Ты кому нас не снимаешь? Узнали, какая она. Сейчас мы и делаем посыпку, ты вообще сюда не намазала. Да, это вот Лили, слышите, да? Это вот Лили. Ну ладно. Думаю, вам было интересно смотреть наше видео, как мы готовили. Очень интересно. Да, на Лилину я могу, если я не забуду, кинуть ссылку на ее канал. Я тебе скину. И потом вы увидите то, что было за кадром. Да. Влог. И ты его отправишь, ничего не знаю. Да, закадровый влог. Я постараюсь выложить это влог после Каролинного видео. Вот этого вот кукинга. Да, я думаю, то, что сегодня это видео будет, сегодня 8-е, да? Или какое? Да, вообще-то 8-е. По-моему, вообще ничего нет. Вот что у нас вышло. Всем спасибо за видео. С вами была Каролина и Лиля. И всем пока!